представилась. Она сказала, не нужно поднимать человека для того, чтобы представляться. Это не армия. Еще раз. Еще раз. Есть правила поведения. Послушайте сейчас. Все сейчас послушайте. Согласно Конституции Украины, образование среднее в школах является бесплатным. А медицина? А журналистика у нас платная? Еще раз. Журналистика у нас платная? Послушайте. Журналистика у нас платная? Чем нас тут подумаем, сдаим? Согласна. Вы, вместо того, чтобы вы 23 года, вместо того, чтобы добиваться того, чтобы государство платило учителям нормальные зарплаты, вы сидели на задницах. Понимаете? Вы не выходили на Майданы, вы не ползали по институтской. Понятно? А теперь вас заставили платить больше на $50, и вы все закатили вот эту истерику. Вам не стыдно? Вы больные люди, вы взрослые больные люди. Я выключаюсь. Мне стыдно за вас, понимаете? Ваши дети... Ваши дети растут инвалидами, понимаете, благодаря вам они растут инвалидами, они моральные уроды, понимаете? Вы вообще нормально? Потому что вы учите их двойным стандартам, вам стыдно должно быть, поймите это.